Обладатель Кубка России в командном первенстве в составе сборной Башкирии, Башкортостана будет правильно, Тимур Арсланов. Тимур, ну ты просто герой встречи, да? Вот расскажи об этом восьмом поединке, вообще с какими мыслями ты выходил, и как у тебя так получилось переключиться в самом бою? Ну, во-первых, не я герой встречи, а вся команда герои встречи, потому что и Тимур Сафин потом поддержал, и до этого ребята старались целый день. Это не как бы не один бой решил все, а целый день. Все были настроены, все было хорошо. Вот. А в этом бою то, что переключился, с Денисом я фехтую не первый раз, постоянно с ним фехтую. Ну, он подъезжает к нам тренироваться в Новогорск. Я знаю его слабые стороны, сильные стороны. Просто проанализировал и на этом выиграл бой. А, смотри, просто ты поменял рапиру, и у тебя вот сразу после того, как ты поменял рапиру, все пошло. Действительно, она не колола, или это, может быть, какой-то психологический момент больше был? Ну, это был психологический больше момент. Я переключил внимание его и на этом сыграла, в общем. А как Оскар Хамзин, как здоровье, что там, какие подробности есть? Да ничего, вроде отошел, просто поплавал в горло. В принципе, все нормально стало. Он потом продышался и нормально стало. Просто в бою не смог продолжить из-за этого.